Камеры наблюдения, установленные на ближайших домах в районе Старой Куковки, сняли, как к месту трагедии прибывают врачи, спасатели и полиция. Машины направляются за угол пятиэтажного дома на улице Белинского. Сейчас на земле, на предполагаемом месте падения ребенка, кто-то оставил цветы. По предварительным данным, 20 августа около 8 утра 4-летний мальчик остался на короткое время один дома. Его мама вышла выгуливать собаку. Оставшийся без присмотра, ребенок выглянул из окна 5-го этажа и вывалился. Полученные после падения травмы оказались несовместимы с жизнью. Следователи Карельского следственного комитета проводят доследственную проверку по факту гибели мальчика и выясняют все обстоятельства трагедии.